Добро пожаловать в город Краснодар, на стадион «Кубань», где своих соперников принимает одноименная команда с великой историей. Сюда сегодня приезжает в гости московская команда «Родина» Иван Тимошенко. Сегодня в старте. Поехали! «Родина» с центра поля мяч развела. Ваш комментатор Павел Чепурин. Игроков штрафной, смотрит, кого нужно забрать. Гордюшенко подает. И удар, и 1-0! Очень быстрый гол забивает «Родина». И отличается Игорь Андреев, 70-й номер. На 5-й минуте «Родина» открывает счет за Кубанью. Таказов отправляет мяч к штрафной площади. Скидка, опасный удар и гол, 1-1. Но свисток арбитра, который фиксирует офсайд. Таказов, здесь офсайда не было. А вот здесь хороший пас к штрафной. Ната, где удар? Вот удар! Мяч рядом со штангой пролетает. С этими подходами Ната прокинул мяч на Гордюшенко. Бьет касание Гордюшенко. Юрия Нестеренко, но не попал. А можно было и отдать на Андреева, например, направо. Набирает скорость Тимошенко. Есть справа Андреев. А теперь и Воропаев будет справа. Андреев смещается в штрафную. Ищет момент для удара и бьет. Но спасает свою команду Нестеренко. Должна была «Родина» забивать сейчас второй. От Гудкова, и мяч он все-таки получает. Воропаев дал ему такую возможность. Пас назад, навес, выходит Баринов. Неудачно, но забить не получается у Кубани. Баринов кулаком пытался выбить мяч. Рыбин, передача к штрафной площади. Абдоков, Абдоков, прострел на дальнюю штангу. А там не дотягивается до мяча Ткачук. Цалагов тоже поучаствовал в этой атаке. И Абдоков классно обыграл Аликина, очень просто. И вот финальный свисток. Третья победа в этом сезоне «Родины», и она снова добыта на выезде.